Давайте попробуем разобраться. Шов, нить, ва, который 1/2. То есть колющая игла, смотрите, вы ее колите под 90 градусов к ткани. Стараетесь, чтобы игла шла по кругу, движение иглодержателя такое, что игла идет по кругу. Выкалываете, посмотрите, ровно так же по кругу и тянете ровно так же по ходу нити. Еще раз смотрим. Вкол под 90 градусов, прокалываете обе ткани, выкол под таким же 90 градусов, берете иглодержателем так, чтобы выколоть по движению кривизны.